Приветствую всех на моем канале. Давайте посмотрим его мысли о вас. Девятка чаш. Что тут можно еще добавить? Девятка кубков. Любит он вас? Вот это его мысли. Сразу же вышла первой картой. Вот он и сам мужчина, император. Очень тяжело ему. Вы не представляете, как у него. Вот они и хотели сказать, видите, там мечи и вороны. Как будто бы мужчина здесь как раскаивается в чем-то. Но здесь еще могли быть какие-то третьи лица, которые могли влезть в вашу любовь, в ваши отношения. Он, может быть, это уже понял. Ему очень тяжело, очень болит сердце из-за вас. Туз чаш. Посмотрите, какая любовь. Знаете, такая любовь, она дается раз в жизни. Вот прямо идет такая вот мне информация. Шестерка чаши влюбленный. Никуда он от вас не денется. Так как он любит вас, любит раз в жизни, и он не сможет просто здесь вас забыть. Всего вам доброго.